Добрый вечерочек всем. Сейчас будет две посылочки. Обе интересненькие. С Украины и с Америки. С Америки будет очень интересно. Я так думаю, американец меня решил надурить. Сейчас мы проверим, что купил уникальные монеты. Но я так думаю, это только на картинке. Да. Это на картинке они уникальные. А высылаются обычные монеты. За что мы будем американца наказывать? Обычные украинские монеты. 2006-2009. 25 копеек. Самые обычные. И СССР. 50 копеечек. Ну, естественно, такое бы я не заказывал. Это обычный шлак. Вот. А американца мы накажем и деньги заберем. А вот что он нам предлагал. То есть клеймо внутрь. Чекан внутрь. Ну, четко видно, что чекан. Где у нас мышка? Внутренний. На 25 и на 50 советов. Чекан внутренний. Ну, они, конечно, ничего не стоили. Но такие вещи оставлять никто не будет. Америкос немножко попал. Так, этот шлак мы убираем. Так, это у нас с Украины посылочка. Долго шла, но дошла. Дискаунт. Клёво. Все, копеечки, больше ничего. Это так называемые украинские монетки, которые я покупаю и вожу в сторонку на нынчику. Лет через 20 сыночек их достанет в сейфе, продаст и скажет папе спасибо. Залежність України 25. Такой блістер. Много написано, много букв. І от наші монетки. Київська Русь. От вона. Козацька держава, 25 років незалежності, Галицьке королівство. З цієї сторони у нас то все по 5 гривень. Так,
такие вещи, когда появляются, я просто покупаю. И в стороночку это все дело. Вот у нас тут техничные характеристики монет. Тираж по 50 тысяч. 50 тысяч это вообще ничто. Гурт, якость. В общем, вот такие. Радостная посылочка с Украины. И от америкосов очередной шлак. Будем наказывать.